Крупное ЧП в московском метро. Три вагона сошли с рельсов на перегоне Парк Победы – Славянский бульвар. Известно о трех погибших, как минимум 50 пострадавших. По сообщению местных СМИ, в одном из вагонов остаются заблокированными порядка 20 человек. Более 200 пассажиров эвакуированы. Движение от станции Парк Победы до станции Молодежная временно приостановлено. Наблюдается задымление на ряде других станций. По информации пресс-службы столичного представительства МВД России, к станции Парк Победы направлено около 100 сотрудников полиции. По предварительным данным, на перегоне между станциями Славянский бульвар и Парк Победы из-за скачка напряжения произошло ложное срабатывание сигнализации. Это стало причиной резкой остановки электропоезда.